председатель информационной комиссии. Регулирующий экипаж экспедиции 55-56 готов к выполнению комплексной экзаменационной тренировки на корабле «Союз МС». Командир корабля Овчинин Алексей. Доброе утро. Доброе утро. Поздравляю вас с началом заключительного этапа экзамена. До этого экзамена вы сдавали очень хорошо. Обращаем внимание, что оценивает комиссия не все действия экипажа, как ни что. Что-то ситуация. Работа по процеплению начинается с центра корабля. Работа с оборудованием проверки гипотезы. Внимательно смотрим. Все отказы тренажера воспринимаете как должное, как свои личные. Кораблю одни и те же, но бывает, что появляются некоторые новые нештатные ситуации, но их не так много, то есть в основном так, старые. Какие новые? Ну, во-первых, меняется из корабля к кораблю программное обеспечение и именно сбой программного обеспечения, новые форматы появляются, какие-то вот эти изменения, вот это является новыми нештатными ситуациями. Какие самые сложные? Самая сложная, наверное, нештатная ситуация – это быстрая разгерметизация, пожар в корабле. Нужно действовать быстро, есть ограничения по времени, и здесь нужно, во-первых, не только парировать эту нештатную ситуацию, но и одновременно готовиться к выполнению срочного спуска. То есть как бы одновременно выполняются две нештатных ситуации. А почему у вас был сбой? Потому что экипаж состоит из двоих человек, так было в свое время утверждено Роскосмосом. В дальнейшем это изменится. В дальнейшем будет, в основном экипаже будет три человека. Алексей, скажите, ваш напарник, он за двоих работает или за себя? Ник работает за себя, он борт-инженер один, сидит в левом кресле. Он, конечно, мог бы и за двух борт-инженеров работать, но, к сожалению, ему не дотянуться до органов управления, которые справа расположены. А так он может. Ник, сложно с таким опытным командиром или наоборот? Извините, очень трудно слышать. Сложно со мной или нормально? Что вопрос? Is it difficult to work with such experienced commander? Нет. К сожалению, я член в экипаже с опытным командором. Это отлично. Я изучал много от него. With your training here at GCTC to be the backup for two USOS astronauts. Yes, I do. The people that are here are dedicated to making sure that we're prepared, and they do a very good job. It's been a wonderful year, a little over a year that I've been here. And I feel very prepared for this. Спасибо.
всего он внимательно работает. Желаю ему удачи. Да? Пустой? Интересный эксперимент — это тот, который сейчас прибыл на борт буквально на этой неделе, Икарус. Это в рамках эксперимента «Ураган», который предполагает мониторинг различных областей, в которых подвержены каким-нибудь экологическим катастрофам, катаклизмам. И вот этот эксперимент «Икарус», он развивает наблюдение за птицами. На птицу будут вешать датчики 5-миллиграммовые, и вот эта аппаратура будет отслеживать перемещение птиц, как меняются их перемещения по нашей планете, потому что по птицам мы можем понимать, как у нас, что у нас происходит с экологией планеты. То есть экология хуже, пути перемещения птиц, перелетов, они перемещаются, и это раз. А во-вторых, это птицы, они как разносчики различных заболеваний, тоже будут отслеживать экологическую обстановку на планете. Ну и, конечно же, это для безопасности, чтобы корректировать трассы самолетов. Я думаю, это будет очень интересный эксперимент. Это он сам интересный, и это очень интересная работа, потому что она будет у нас проводиться во время выхода в открытый космос. Это работа есть и снаружи станции, и работа внутри станции. Я думаю, что это один из самых интересных. Вы прямо на борту МКС будете принимать сигналы и передачи? Да, и переправлять на Землю. И ученые уже в Институте географии, ученые и России, ученые Европы будут между собой обмениться данными и понимать, что происходит у нас на планете. The experience, the training experience here has been phenomenal. Working with these two guys and all of our trainers upstairs, we're ready to go execute the mission. Getting to the space station is one segment of training, and then living and operating while we're there is another piece. And I think we're ready to go. Very excited about the year of education in space. Joe has been up there with Mark and Randy and other folks contributing to help carry the. We just had the anniversary of the loss of the space shuttle Challenger, Columbia, Apollo 1, where we have our year of remembrance, and I really excited to kind of bring that mission full circle, honor the legacy of those crews, and in particular complete the lessons that Krista McAuliffe was supposed to do on Challenger. And Drew, as an experienced space flight, what has this training for this particular mission brought to you? What's this been like for you? Well, what's different about this mission for me is the first opportunity to actually live in space and remain on the space station for almost 6 months. And I couldn't be happy with the crew that we have together. We've all worked well over the last 2 years, and we have a great relationship. And together with the crews that we're joining and the crews that will join us, we just look forward to five and a half great months in space and an opportunity to continue the great work that's going on the space station. Все удобные и неудобные вопросы, какие вы хотели задать
космонавтам мы не задали, вы можете задать первому заместителю начальника центра по подготовке космонавтов Маленченко Юрию Ивановичу. Тоже космонавт. Опыта работы очень много, поэтому не стесняйтесь, задавайте все и по работе, и по подготовке. Пожалуйста. Юрий Иванович, а вот вопрос такой, скажите, пожалуйста, а почему в основном экипаже 3 человека, а в дублирующем 2? Как быть, если вдруг по какой-то причине основной экипаж не прилетит? Ну, дублирующий экипаж у нас состоит из 2 человек, действительно. И бортинженер один в дублирующем экипаже, он подготовлен по программе для корабля «Союз». Бортинженер один и бортинженера 2. То есть он способен выполнять функции члена экипажа и в левом, и в правом кресле. Поэтому в случае возникновения такой необходимости есть возможность заменить или одного человека, или другого. Конечно, предположить, что сразу 2 человека станут непригодными и не будут иметь возможность выполнять космический полет, это очень маловероятно, поэтому для оптимизации подготовки было принято такое решение. Это у нас уже не первый раз практикуется, и все нормально работает. Иван, сколько главная миссия полета? Изучаться. Программа полета очень интересная. Научная программа обширная, более 50 экспериментов, которые экипаж будет выполнять в течение всего полета. Есть выход в открытый космос в этом полете, также динамические операции, стыковка, расстыковка, прием грузовых кораблей. То есть такая насыщенная, полноценная миссия, которой они готовились длительное время и хорошо подготовлены. Я думаю, что полет будет интересным и полезным для программы, поэтому мы с удовольствием констатируем, что экипаж у нас на сегодняшний день подготовлен достаточно хорошо, обладает опытом существенным работы в открытом и в открытом космосе, и опыт полетов значительный, поэтому мы рассчитываем на успех этой миссии.